представляющего вниманию бойцов 43-го боя сегодняшнего турнира FFC Selection 3. И пройдет он в весовой категории до 77 килограмм. Представляю бойцов. В синем углу октагона находится боец, которому 23 года. Его рост 178 сантиметров, вес 77 килограмм ровно. Представляем Дагестан, Россию. Встречаем Магомед Гаджиев. Также его оппонент в красном углу октагона находится боец, которому 24 года. Его рост 178 сантиметров, вес также 77 килограммов ровно. Приглашаем Таджикистан, Алишер Фухака. Рефери в октагоне, Волков Илья. Бойцы на середину. Напоминаю правила, запрещены любые удары в затылок, в позвоночник, в пах. Запрещено хватать клетку и экипировку. Колени в голову только в стойке. Удар локтями в голову запрещены. Пожали руки по углам. Так, дорогие друзья, поединок в 77,5 килограмма. Гаджиев Магомед, Россия. Пухаков Алишер, Таджикистан. Итак, мы начинаем. Отличный лоу-кик от Алишера. Проходит в ноги. Контролирует партеры. Отличная работа Алишера. Уверенно держится. Не дает сопернику выйти из-под себя. Гаджиев Магомед пытается встать, не получается. Выходит на боковой контроль, старается выйти в маунт. Пухаков Алишер, но у него не получается. Магомед Гаджиев пытается встать, изменить свое положение, но Алишер никак не дает ему встать. Идет такая небольшая возня в партере. Пытаются бойцы занять нужную позицию, чтобы начать свою атаку. Так Алишер готовится, пытается вырвать свою руку, чтобы нанести удары. Но Гаджиев Магомед очень хорошо защищается, не дает ни удара нанести. Итак, наносит первый удар Алишер в партерь. Еще один удар. Контролирует Магомеда. Пытается встать Магомед, но никак не может встать. Очень хороший партер у Алишера. Не дает встать. У сетки держит. Несмотря на то, что Алишер сверху, он не может нанести удары, потому что Гаджиев Магомед очень хорошо защищается. Отличная защита. Вот, начинает этажом работать в туловище, в голову. Пухаков Алишер пытается отвечать ему Магомед Гаджиев. Наносит удары Гаджиев. Старается отвечать ему Пухаков Алишер. Очень плотная борьба идет. Гаджиев пытается встать, но у него никак не выходит это. Выцеливает удар и наносит сразу же Алишер. Пытается нанести максимальный урон. Очень много сил оставляет в этой борьбе как Гаджиев Магомед, так и Пухаков Алишер. Пытается улучшить позицию Пухаков Алишер. Берет на кимуру Гаджиев Магомед. Но Алишер вырывается.
представитель из Таджикистана, очень хороший грэпплинг у него. Наносит удары такие не сильные, отмечает. Корпус-голова. Подсказывают его секунданты, его угол. Слышим поддержку болельщиков. Гаджиев Магомед не может изменить положение, наносит сверху, снизу удары, пытается нанести хоть какой-то урон. Тем временем Алишер уже в фулл маунте и пытается нанести удары. Очень хороший удар вонзил прямо в голову Магомеда. Отличный удар, это может привести к победе. Пытается скинуть его Гаджиев Магомед, но у него не выходит. Отличный контроль. Пухаков Алишер заходит за спину. Так, будет ли удушающий? Пытается. Очень хорошо затянул. Очень хорошо закрыл ногами туловище. Теперь будет пытаться душить. Итак, гонг. Время. Поединок. Вот мы смотрим повтор. После небольшой разведки Пухаков Алишер проходит в ноги. И уже в партере начинает. Итак, бойцы готовы ко второму раунду. Судья дает разрешение на бой. Итак, начинается второй раунд. Гаджиеву Магомеду надо исправлять положение. Наносит удар. Но Алишер снова переводит его. То же самое, что и в первом раунде. Переводит на носик. Посмотрим, сможет ли Гаджиев Магомед выйти из этого положения. Опять пытается Гаджиев Магомед взять на кимуру своего соперника. Но снова вырывается Пухаков Алишер. Снова пытается контролировать, хоть скидывает его Гаджиев Магомед, но не успевает встать, как его накрывает Пухаков Алишер. Наносит такие неплохие удары. Пытается Гаджиев Магомед что-то сделать, но раз за разом Алишер его накрывает. Не дает работать. Так у нас продолжается борьба. Гаджиев Магомед никак не может встать. Его очень плотно держит Алишер. Наносит временами удары. Идет очень плотная борьба. Берет на удушающий прием. Пытается задушить, но не получается. Тем временем Алишер садится в фулл маунт. Начинает наносить удары. Выпрямляется. Начинает наносить удары. Они очень устали. Видно, что трудно дышать, но Пухаков Алишер наносит удары. Отличный удар прямо в челюсть. Снизу Гаджиев Магомед отвечает. Пытается сбросить своего соперника, но у него не получается. Очень плотно его держит Алишер. Очень устали. Он даже... Гаджиев Магомед даже не пытается его сбросить уже, просто зашишается от ударов. Осталось немного времени, и Гаджиеву Магомеду надо что-то делать. Он пытается сбросить его. Алишер пытается нанести серьезный увечья своему сопернику.
уже нанес град ударов. Очень колоссальный урон нанес своему сопернику. Опять видим пару ударов хороших вонзаются в челюсть Гаджиева Магомед. Очень устали бойцы. Мы видим, что Гаджиев Магомед уже очень пассивно защищается, пытается ногами убрать Пухакова Алишера, но у него не получается. Снова удар в челюсть. Попадает раз за разом. Гаджиев Магомед пытается снизу наносить удары. Еще один удар. Очень много урона получил в этом бою Гаджиев Магомед. Пухаков Алишер пытается пробивать в корпус, затем в голову. Алишер продолжает наносить удары. Два раунда продолжается это избиение. Гаджиев Магомед не может скинуть своего оппонента. Принимает удары. Жесткие удары от своего оппонента Алишера Пухакова. Видим, уже идет кровь у Гаджиева Магомеда. Слышим, поддерживает публика. Пытается Алишер завершить этот поединок досрочно. Пытается нанести удары. Все, раунд закончился. Итак, господа, по истечению двух раундов, единогласным решением судей одержал победу Алишер Пухаков. Итак, единогласным решением судей...